В Балаковском филиале АО «Апатит» есть хорошая новогодняя традиция. В канун праздника в актовом зале проходит торжественное собрание. На нем не только подводят итоги уходящего года и строят планы на будущее, но и чествуют лучших сотрудников, которые добились высоких показателей в своей работе. Многие из тех, кто был отмечен почетными грамотами, уверены, это заслуга всего коллектива. Специалисты грамотные, все понимают, что нужно делать. Соответственно, поддержка коллег, помощь руководству – все это, конечно, привело к нас к хорошим результатам. Поэтому, ну, считаю это общей заслугой. Для сотрудников Балаковского филиала АО «Апатит» завод – это не просто место работы. Здесь они вместе решают сложные задачи, проходят обучение, участвуют в конкурсах мастерства и растут в профессиональном плане. И в высоких показателях предприятия есть вклад каждого работника. Много проектов было, во многих проектах участвовали, конкурсы, всякие наставничества были у нас. Вот, началась у нас модернизация, в принципе, она будет переходящая в следующий год, где мы будем наращивать производительность. Отмечены были и представители проекта «ДРОСТ» – «Детям России. Образование, здоровье и духовность». Это важный социальный проект, который объединяет тысячи юных спортсменов во всех городах присутствия компании «ФосАгро». И на общезаводском собрании грамоту получили те, кто помогает балаковским «Дроздам» летать. Планов у нас всегда очень много, но поскольку мы работаем с детьми, они порой корректируют наши планы в лучшую сторону, и я думаю, что наступающий год будет также плодотворным, ну, потому что дети, они непредсказуемые, и никогда не ожидаешь, что какой сюрприз они преподнесут тебе. Возможно, будут новые победы, новые рекорды. Рекорды и победы, уверены заводчане, будут и в производстве. Здесь ни на день не останавливается выпуск продукции. Реализуются все намеченные планы. И несмотря на то, что уходящий год был довольно сложным, предприятие уверенно идет вперед. А наши инвестиционные проекты, они продолжаются, реализуются. Мы вводим новые объекты, и у нас уже построены планы на ближайшие 2 года. Вот я уверен, что вот с таким коллективом мы их точно реализуем, выполним в срок. Уходящий год показал, в непростых условиях предприятие прошло проверку на сплоченность, профессионализм, устойчивость и упорство. На заводе вновь произвели более 2 миллионов тонн готовой продукции. Несмотря ни на что, компания «ФосАгро» не просто укрепляет позиции на внутреннем российском и мировом рынках удобрений, но и продолжает реализовывать социальные проекты, создавая условия для творчества, спорта, обучения и делая комфортными города своего присутствия.